Добрый день, здравствуйте. Конечно, проходите. Я ждала, вот смотрите. Уже столько сумок вам достала. Как вы отдохнули? Приступили уже к работе, да? Сентябрь такое время, когда нужно. Знакомо, знакомо. У меня, знаете, тоже сентябрь всегда такое время, когда нужно, как говорится, привести все ресурсы в одночасье, в очень короткий период времени, в боевую готовность. После лета, после тепла, да, часто бывает так, что мы не готовы. А вообще любите осень? Я люблю. Знаете, последнее время тоже полюбила. Да, полюбила, и еще бы поменьше ветра, и тогда вообще замечательно. Вот, например, лично для меня температура не имеет абсолютно никакого значения. Главное, чтобы не было ветра, потому что если нет ветра, можно утеплиться и прекрасно наслаждаться осенними деньками. Если еще и солнышко, да, конечно, прикупить новую сумку, новую пару обуви, не захламляться ни в коем случае. Нет, нет, последнее время я тоже, вернее, даже не последнее время, я всегда тяготела к минимализму, но к такому, скажем так, можно, если это можно назвать, лакшери минимализм. То есть, ну уж не совсем лакшери, да? То есть не сумка за 10 тысяч евро. Я считаю, это неразумно. Это только если ты вращаешься, согласна со мной? Я тоже считаю, сумка за 10-20 тысяч евро из крокодила и так далее, или из страуса, наверное, она актуальна, если ты присутствуешь в той среде, где эти сумки через одну. И тогда вот это разумно. Мне кажется, 20 тысяч евро лучше потратить в другом направлении, либо вообще как-то, знаете, ну, организовать. Но у каждого организовать, я имею в виду, там, свою жизнь, покупки, шопинг, но у всех свои приоритеты. Есть женщины, которые сидят дома, покупают сумку Биркин, ставят и смотрят на нее. Я таких не знаю, но такое тоже случается. Фетиш у всех свой. Ну, так вот, к чему я. Лакшери минимализм имеется в виду, на мой субъективный взгляд, это когда мы покупаем одну-две хорошие вещи, и они нам служат. А еще это когда мы умеем разумно подойти к покупке. Мы не хватаем ее сразу. Вот в чем секрет. Мы не берем сразу эту сумку. Может быть, мы подождем, чтобы немножко снизилась цена, и заберем ее на сейле. Правда? Ну, как-то так, у всех свои предпочтения, но вот я просто обожаю вот такого рода шопинг. И я знаю, что вы, имея много сумок хорошего качества, достойных сумок, всегда любите взять какую-то новинку. Но по такому прекрасному, скажем так, либо предложению, да, то есть это должно быть выгодно, приятно душе, приятно кошельку, вообще приятно, скажем так, не настолько круто, не настолько умно, не настолько, как-то сказать, ну да, скажем так, эрудировано даже в какой-то степени, выложить огромную сумму денег и приобрести вещь, насколько все же более рационально купить хорошую вещь, которая прослужит вам долго, да еще сумев, в общем, обыграть ценовую политику, сумев выиграть, вот даже лучше как сказать, сумев выиграть у бренда. Ведь мы знаем, например, Биркин записывает свои сумки на год, два, там минимум полгода вперед, а все лишь просто это игра маркетинговый ход. Вот и все. Я в эти игры не играю, мне это не интересно. Я не люблю, чтобы меня компания, как же это помягче сказать, но вы меня поняли. Вот, я люблю покупать, наслаждение получать от покупки и, да, где-то играть в эту игру, потому что вся наша жизнь — игра. И давайте поиграем с вами. Вы мой постоянный покупатель, и я приготовила для вас сумочки. Вам понравилось мое вступление? Ну, вы же знаете, мы с вами общаемся, вы же... Вот еще в чем большая прелесть. Это когда ты приходишь, и тебе не тупо пытаются... Вот впихнуть данную сумку, возьми и уходи, приходи за очередной сумкой через там 2-3 месяца. Лох дорогой, да? А когда
ты видишь человечность, и ты идешь навстречу. Я, кстати, люблю вот мои любимые магазины именно там, где, скажем так, в какой-то мере я доверяю как бренду, так и стаффу, персоналу. Я никогда, еще раз не повторюсь, не позволю, чтобы меня, ну давайте уже назовем вещи своими именами, поимел какой-то бренд. Я считаю, это удел глупых людей. Итак, я приготовила вам новиночки. Я начну вот с этой черной сумки. Сакетто, мешочек. Посмотрите, какая замечательная сумка на синий-зимний период. Черный цвет. Очень плотная кожа, с которой вообще не станет ничего. Ни в этом сезоне, ни в следующем. Не поверьте, через 10 лет. Я не думаю, что она затрется. Посмотрите. Великолепная, удобная модель, которую вы спокойно возьмете, да хоть на рынок с собой, за манго, потому что она универсальна. Хоть в театр. Обыграйте ее как захотите, с любой одеждой. Это Балдинини. Мне нравится, что здесь написано таким, идет гравировка буквами металлическими. Темный такой, не блескучий, да, не золотой, а вот такой сталь такая, цвет стали, наверное, я бы это назвала. Плотное дно, что тоже очень немаловажно. Сумка держит форму. И ручка, посмотрите. Потрогайте. И ручка твердая. Это тоже второй такой плюс этой сумки. Это редко встречается в сумках обычно. Все остальные модели я вам покажу. Либо очень твердое что-то, либо очень мягкое. И здесь просто великолепно. То есть в руке такую штучку, такую сумку, ручку держать приятно. Вы можете повесить на локоть ее. И если вы уже сняли верхнюю одежду, она одежду и на плечо тоже, конечно же, тоже, если у вас ручка худенькая, ну да, тоже зайдет. Но зайдет, я имею в виду, войдет сюда и не будет, и будет тоже хорошо, не будет мешать. Но в основном прелесть этой сумки — это вот локоть, ручка и вот это crossbody мы будем, можем тоже сделать. Здесь регулируем ремешок. Как застегивается? Вот как сакетто. Чик. Чик. И внутри у нас всего лишь один отдел. Небольшой кошелечек. Ой, кошелечек. Я сейчас вот. Видите, вот небольшой кармашек. Угу, кармашек. Внутри она выполнена. Вот, она прям как бархат там. Видите, какая выделка кожи? Плотная. Вот так вот быстренько раз, застегнули, чик, и все. Здесь тоже эти кольца. Немного фурнитуры здесь. При желании отстегнули, и получилась сумка без даже вот этой штуки. Она не маленькая, она небольшая, безумно удобная, безумно универсальная. Вне стиля, вне времени, согласитесь, и качественная. Великолепная сумка. Когда я вам скажу на нее цену, я думаю, вы ее обязательно заберете на этот весенний, да даже весенний период. А почему бы нет? Весна-то начинается обычно ближе к маю. И не громоздкая сумка. Что вы говорите? Да, а итальянки летом любят черный цвет. Ну, у вас сумок много. Поэтому вы можете утром выйти с одной, днем с другой, вечером с третьей. Еще раз повторюсь, главное – рациональная покупка. Не вбухивание денег в тренды-бренды Gucci, Tamagotchi. И Gucci должна быть куплена с перспективой, а не как у всех, правда? Ну, вы меня понимаете. Мы с вами уже давно, и вы приходите в мой магазин. Доверяйте. Мне очень приятно. Ну, вот такая новинка. Мне очень нравится, конечно, плотное дно и вот эта ручка. Ну вот прям настолько удобно с этой сумкой, что не хочется с ней расставаться. Вот правда, очень удобная сумка. Вот такой вариант. Так, что еще? Еще сразу черную? А давайте сразу покажу, где я ее поставила. Хочу вам сразу показать сумочку побольше, может быть, по статусу.
но тоже прекрасно вписывающийся в осенне-зимний, а также весенне-летний гардероб. Единственное, что эта сумка на любителя, и в том плане, немножко тут застоялась она у меня, так, тут, это ничего страшного. Так просто стояла, видите, потеряла немножко форму, пустая, вот. Это трусарди, посмотрите, вся перфорированная кожа, цвет пудры, чипре, благороднейший цвет. То же самое, если вы захотите, вы эту сумочку будете носить как кроссбоди в руке, здесь проще даже на плечо повесить, но из-за того, что она широкая, не так удобно. Естественно, твердое дно, золотая фурнитура, и вот, конечно же, у этой сумки, ну, такая фишка, такой элемент богатый, это вот это дом трусарди, знак дома трусарди, это собачка. По-моему, это борзая, да? Гончая. Смотрите, раз. Кочка Т. Магнитик вот такой. Вот такая застежка в этой сумке. Раз. И здесь мы видим очень много отделений. Смотрите, первый карман идет вот такой плоский. Дальше внутри у нас вот здесь кармашек на замочке. Так. Соответственно, я... Два больших отделения, и в этом отделении еще, вот смотрите, еще, покажу, чтобы было видно, еще два кармана. То есть два больших отделения, отделение для каких-то таких паспорт, документы, два маленьких кармана и один стандартный карман, но приятно, что на замочке с такой тоже хорошей фурнитурой. Смотрим, как закрывается, я вам покажу очень легко, здесь магнит, раз, и дальше, оп, собачка. Это, конечно, статусная сумка. Да, я знаю, что делегация не работаете. Вот такую сумку положили документы и пошли. Это не сумка на каждый день, чтобы с ней бегать. Вот эта черная, да, эта сумочка на каждый день универсальная. Эта сумочка более такая статусная. Это сумка и для молодой девушки, и для сеньоры, и для бабулечки, можно сказать, тоже. Это я все-таки вижу больше вот 20-45. Да, то есть, ну, опять же, конечно, есть женщины в 55, выглядящие, которые выглядят на 40, да, а есть женщины и в 20, девушки, вернее, 25, которые выглядят на 45. Ну да, особенно, когда закалывают себя ботоксом и думают, что в 30 они уже старые. Да-да, я тоже считаю, нет-нет. Вы себе что-то делаете? Ну вот мне скоро 42, вы знаете, ничего, и не собираюсь. Красота у нас идет немножко от другого, не от уколов ботокса. Вы, кстати, знаете, что... Ладно, я эту тему не буду пока развивать. Но вы прекрасно выглядите. Как ухаживаете. Считаете, что главное сон, хорошие эмоции. Иногда можно маску, правда? Но я ничего не делаю, вот такая я лентяйка. Ну, спасибо за комплимент. Я считаю, что очень важно. Это хороший сон, хорошие эмоции, правильное питание. Конечно, никакого алкоголя. Естественно, ни о каких сигаретах нельзя говорить. Да, меня тоже смешат женщины, которые колят ботокс, курят, выпивают. Это выглядит, честно говоря, не очень приятно. Но мы вернемся к нашей сумочке. Как вам такая? Цвет шикарный. Большая, да, это нужно любить, такие сумки. Но это статусная сумка, она классическая, она на долгое время. Поменьше что-то хотите, чтобы показала? Хорошо. Что? Гуччи из питона, откуда вы знаете? Так давайте я сразу покажу Гуччи из питона. А, вам пришла, ясно. Ну да, вы же наша подписчица, хорошо. Ну, смотрите. Это, конечно, сумка кич, сумка тоже на все времена. Это сумка из кожи питона Gucci с латуневой. Это латунь позолоченная фурнитура. То есть не просто металл, позолоченная латунь. Вот о чем я говорила. Вот такая вот твердая ручка. Это внутри бамбук. Потрогайте. Убить можно, правда, что таким можно. Значит, вот здесь идет у нас дом. Ставки. Мы видим кожа молочного цвета, айвори даже, да, слоновая кость и питон.
Опять же, фурнитура. Очень тяжелая сумка. Ну вот правда, правда. Ну как, очень. Знаете, я просто, я сама сумки нагружаю по минимуму. У меня помада, ключи, деньги, даже кошелек не ношу часто. Ну, телефон, ну, может, еще что-то. То есть по минимуму. Есть девушки, которые даже небольшую сумку могут нагрузить так, что она будет тяжелее этой. Эта сумка тяжела за счет вот, ручка очень тяжелая. Вот правда, я держу сейчас, мне тяжело. Зато, конечно, она шикарная. Она шикарная. Она единственная такая в своем роде. И вот, знаете, допустим, эта коллекция несколько лет назад нам сейчас пришла, поэтому цена будет приятная. Новые сумки Gucci есть, конечно же, с питоном и все, но вот прям вот, чтобы был такой стайл-шик, фэшн-кич в одном, не сделали. В принципе, конечно, она комфортная, но из-за тяжести нет. Но такую сумку иметь в дочка, внучка, вы правы, да. Она интересная, правда? Супер сумка. Я вам скажу по секрету. Я ее купила когда-то за полную цену в Риме. Но я ее люблю до сих пор. И не нужны никакие Биркин. Да, ну перестаньте. Нет, знаете, когда Биркин можно покупать? Биркин, я считаю, можно покупать, когда у тебя достаток 50 тысяч евро в месяц. Тогда почему бы не купить Биркин? Пятая часть, как бы, знаете. Но когда этого нету, мне кажется, ну... В общем, вообще у всех свои приоритеты. Я никого... Мне как-то неинтересно, скажем так. Но это мое мнение, что сумка за 10 тысяч евро при достатке в месяц хотя бы в 5 раз больше, это можно. Вот. Почему бы нет? Смотрите, вернемся к Gucci. Это бамбук. Посмотрите, как классно сделаны эти кисточки. Бамбуковый бамбук. Сейчас я вам покажу. Бамбук, нарезка кожаная, на каждой этой полосочке кожаной, причем она такая двойная, да, не просто полоска, она вот двойная, соединена металлическим вот таким вот клепочкой металлической, видите, да. Здесь же опять идет у нас латунь. Мы можем отстегнуть, и сумка у нас получится на плече, ну, конечно, твердовато, поэтому оптимально ее так носить, либо на локте. Никаких застежек нету внутри у сумки. Вот так. Чик и кармашек. Да, это питон. Вот эти вот сделаны, посмотрите, как шикарно, да? Треугольники. Здесь два, здесь два. Здесь два и здесь два. Сумка на века, сумка шик, сумка фэшн, но сумка тяжелая. Поэтому, конечно, учитывая цену, нужно немножко взвешивать. Но такая сумка передастся по наследству и никогда не выйдет из моды. Ну, потому что это качество. И такая модель, да, которая как бы не имеет, скажем так, аналогов. Вроде как она и проста, и в то же время она настолько непроста, насколько модель интересна. Так, поменьше что-то. Давайте тогда еще одну Gucci, поменьше. Поменьше не значит не вместительней. Вот такая сумочка черненькая. Мне очень нравится цвет фурнитуры, старое золото. Сейчас я вам покажу. Вот такая цепочка. И здесь ремешок. Кроссбоди сумочка. Застежка очень интересная. Сбоку, снизу. Опс. Нажимаем. Раз. Открываем. И здесь у нас с вами кармашек обычный и вот такое отделение. Не смотрите, что тут у нас еще паспорт. Не смотрите, что сумочка маленькая. Это не значит, что в нее помещается мало вещей. Если вы не носите с собой косметичку, ключи, два телефона, связка ключей от гаража, от офиса, от банка, от сейфа, от всего, эта сумочка не вечерняя. У меня есть такая сумка в другом цвете, в таком размере, потому что они в трех цветах. Есть еще меньший размер, средний и большой. Большой даже не рассматривала. Я еще думала между средним, а потом решила взять эту. Знаете почему? Потому что насколько зимой на выход, если, повторюсь, вы не носите много вещей, она будет хорошо, настолько же летом, весной. Это маленькая черная сумочка
будет отлично смотреться с любой обувью. Ведь мы знаем, что не обязательно иметь тон в тон туфли, сапоги и сумка. Главное, чтобы в нашем наряде присутствовал какой-то элемент. Да даже если вы будете одеты, допустим, белая, красная, серая, черная сумка, всегда будет тоже в тему. Ну, маленькая черная сумочка. Здесь такое сердечко. Мне очень нравится тоже эта кожа. Она такая, знаете, плотная, с ней тоже ничего не происходит. В общем, это тоже универсальная сумочка. И вот как та, насколько та большая, китчевая, но в то же время все равно очень универсальная, потому что она не теряет своей красоты и своего вот этого вот лоска шика. Насколько и это простая, но в то же время такая вот, знаете, casual-casual. Насколько вот она casual, настолько она может быть вариабельно в своем ношении, да? Да, мне тоже очень нравится цвет фурнитуры. Да, не блестящий такой, а вот приглушенный с эффектом старины. Вот, вместительная. Вы не носите много вещей, насколько я вижу вас сейчас вот с вашей сумочкой. Но у меня еще есть черная и еще есть очень универсальная. Одна хотите? Смотрите. Сумка Кочинели, красивый цвет, и мне нравится. Этот цвет называется Марсала. Это такая, знаете, вот сейчас на свету кажется поярче. Оно в зависимости от цвета будет играть. Так, это такая вишня, соспевшая хорошо, такая зрелая вишня. Мне нравится эта сумка своей универсальностью. Она не тяжелая, очень вместительная. Такая casual дневная сумка. Смотрите. Здесь вот тоже очень хорошая фурнитура, добротная, серебряная. Это Кочинелли, тоже итальянский бренд. Мне нравится то, что сумочка может быть вот так вот расширена. Это тоже такой элемент. Очень стайлиш, правда? Необычный. Я вообще люблю все такое, знаете, необычное, но очень универсальное. И я не люблю гнаться за трендами, не повторять никого. Вот я в свой магазин беру всегда модели, которые будут служить годы. Годы. А может, и десятилетия, потому что мода-то как у нас ходит по спирали. Но сумку, я считаю, надо выбирать только ту, которая вам удобна, вам нравится. И ни в коем случае не смотреть вот на, скажем, всех этих фэшн-блогеров, которые пихают с сайтов вот этих LaModa. Нам, обывателям, мне нет, но вообще в целом обывателям, еще людям, особенно женщинам, девушкам, у которого нет своего стиля, либо он еще не сформировался, хотя мы знаем, что у многих он и не формируется, да, тут либо есть, либо нет, либо нужно очень тонко уметь в себе это воспитать, это тоже работа. Совершенно верно, порой женщины с деньгами не умеют одеться. Что же говорить, когда не сформирован стиль и молодая девочка пытается подражать? Большое счастье, если вы с молодости сумели не смотреть по сторонам, а выработать в себе. А еще, если у вас был такой пример. Вот у меня, например, была моя бабушка. Примером для меня всегда женственности, моды, вот, красоты. Примером женственности, красоты и в то же время моды, да, вот в смысле выражением вот этой, да, женской моды. Итак, смотрите, эта сумка. Здесь карман, здесь внутри карман. Вот он у нас. Вот он у нас такой кармашек. Стандартный, да, тоже на замочке. Так, то есть здесь одно отделение и вот здесь. Здесь. Мне нравится, что у них есть такая фишка. Опа, сделали. И вы представляете, это аж до самого конца. То есть, если вам нужно спрятать что-то потайное в вашу сумочку, мало кто догадается, что это будет здесь лежать, к нему не добраться. В общем, здесь два таких классных элемента. Раз и два. И вот от Кочинели висит такой, скажем так, тоже их значок, брелочек. Сейчас, где это у меня? Вот, на такой штучке. Можно снять, можно, я считаю, не надо снимать. Да, она только crossbody, эта сумочка. Только crossbody. Но очень красивый цвет и очень такая она универсальная. Дневная универсальная сумка. Как вам? Хорошо. Так, еще у меня осталось две модели. Я вам покажу еще вот такую сумку. Интересная сумка от бренда Vic Mathieu.
Это такой бренд. Они делают обувь мужскую, женскую и сумки. Это выше среднего ценовая политика. Лакшери, но не совсем лакшери. То есть цены подешевле, чем у Гуччи. Немного дешевле, да. Но подороже, чем, вот, например, бренд Качинелли. Ну, Качинелли, во-первых, мы знаем, делается сейчас в Китае уже давно. Викмати делается все в Италии. И из-за этого тоже цена. Мне больше нравится Викмати по обуви. Качинелли обувь не делает. Вот. Эта сумка. Давайте я расскажу. Посмотрите, какая она классная. Твердое дно. Во-первых, попробуйте. Вы правы, цвет не черный. Цвет такой разлитый бензин. Плюс вот эта ее фурнитура, видите, не фурнитура, а текстура кожи. Идет кожа лаковая, такая надутая, да? Таких вот прям пальчиком трогайте, потрогайте, видите, да? Вот прям такие подушечки. И здесь прострочечки, даже это не прострочки, это... Нет, это прострочки, это так прострочены шарики. Ну, насколько шикарно, правда? Необычно. Викмати бренд на такой тоже, да? Овальный, как сказать, овальном медальоне ножки, тверденькое дно, твердое дно. Здесь вот такая гофрированная штука, где спрятан замочек. И цепочки. В цепочках продета кожа. Сейчас я вам её... И здесь еще такие вот завязочки тоже. И здесь. То есть прям такая вот, ну... Необычная сумочка. Открываем замочек вот этот гофрированный. И вот у нас такая сумочка с одним кармашком. Вот, Викмати. Так. И кармашек. И тоже на ткани везде идет Викмати. Так. Что про нее сказать? Она маленькая, но толстенькая. Тоже можно достаточно много всего положить. Носить эту сумочку, конечно же, на плече запросто, в руках запросто, а еще очень классно. Вот так. И пошел. Тоже стильно как-то, знаете, как сегодня мода стрит-стайл нам ничего не диктует, а нам диктует делай, как тебе удобно, да, be casual. Пусть будет комфортно, пусть тебе будет тебе комфортно. Это вот сейчас главный такой вот направление, и оно правильно, чтобы тебе было комфортно. То есть сейчас можно сочетать очень много всего, но главное, чтобы это шло человеку. Это номер один. И чувствовать себя комфортно. Сказать вам, потрогайте. Да, мне тоже очень нравятся. Вот такие они мягенькие. В общем, тоже кожа такая, ничего с ней не будет. Лак добротный и сумка классная. Как вам? Очень, очень интересная. У меня еще есть одна серая. И еще у меня тут есть одна тоже на цепочке. Но я думаю, еще и серая мышиная. Мы с вами пойдем попьем кофе, а потом вернемся. И вы выберете. Уже определились? А на чем? Первую черную 100% забираете? И Викмати? Ну так это отличный выбор. Это прекрасный выбор. Вот это вам прослужит. Не знаю сколько, с ней ничего не станет. Она прекрасно вписывается в любой аутфит. А черная сумочка, вы знаете, она такая классная. Можно составлять разные луки, быть такой модной-примодной девчонкой, как говорится, девушкой. В то же время вечером, либо днем театр. Посмотрите, как она шикарна. И с сапожками, ну, и с ботфортами, и да со всем чем угодно. Смотрите, какой классный у вас получился сегодня шопинг. Что-то новенькое, необычненькое, в то же время комфортное, удобное и носибельное. То, что вы не поставите и не будете, как сказать, думать, что переживать, да? Я надеюсь, пойдемте попьем кофе либо чай. И я надеюсь, вы придете к нам за синей обувью. Ведь ее у нас столько много. Пойдемте попьем кофе.